В Лангепасе обновили молодежную доску почета. На ней представлены фотографии 20 человек в возрасте от 14 до 35 лет включительно, которые внесли большой вклад в развитие муниципалитета. Это жители, которые проявили себя как на производстве, так и в общественной жизни города в сферах культуры, спорта. Во-первых, мне даже не сказали о том, что мою кандидатуру выдвинули. Ее выдвинула зауч моей школы, Копьева Екатерина Анатольевна, не сказав мне ничего об этом. И когда ее уже утвердили, я узнала об этом. Я была в шоке, я не знала, что так вообще бывает, что так можно. Я уже успела вчера сходить, посмотреть на эту молодежную доску почета. Главное, чтобы теперь мои знакомые, одноклассники не захотели разрисовать ее смешными рожицами. А так, да, мне это очень льстит. Я очень благодарна всем за то, что благодаря им я смогла такого добиться. Аллея Славы расположена в районе дискоклуба. Кандидатуру определяла специальная комиссия, созданная при администрации города. Ежегодно фотографии будут меняться.